два народных эксперта – Игорь Кувалдин, Александр Васько и обновленный Hyundai Accent. Такова сегодняшняя программа в школе тест-пилотов автопанорамы. Первое, что бросается в глаза, по мнению Игоря, это внешний вид автомобиля. Машина действительно смотрится свежо и интересно. Обновленный акцент с измененной оптикой, радиаторной решеткой и чуточку более выраженными линиями кузова заставляет то и дело оглядываться. Явным плюсом можно отметить дизайн автомобиля обновленный. Да? Автомобиль, скажем, после рестайлинга стал гораздо агрессивнее, гораздо интереснее, не такой скучный. И, в принципе, в городе уже на него можно вполне как бы обращать внимание, как на такой достаточно симпатичный, где-то даже немножко спортивный автомобиль. В целом, приятное ощущение автомобиля. Единственное, что не очень как бы ложится на душу, все-таки иногда бывает необходимость, скажем, сложить задний ряд сидений. Он слаживается, но не выходит в ровный пол. И бывает так, что это не всегда удобно. Но в целом, приятное впечатление, хорошая динамика для автомобиля с 1.6 объемом. Вот. И для города это вполне очень хороший, комфортный автомобиль. Чему претензий нет, так это к эргономике. Всевозможные регулировки руля и настройки положения кресла позволяют оптимально расположиться водителю практически любого роста. Сегодня у нас на тесте топовая комплектация Hyundai Accent. Приятный внешний вид сочетается с внутренним убранством. Достаточно хорошо сделана эргономика салона. Материалы мягкие, поддержка достойная. На поворотах можно чувствовать себя уверенно, но не могу не отметить, что посадка немного неудобна для такого высокого человека, как я, при росте 1,96 м. Мало места по высоте, приходится немного нагибаться при посадке и высадке водителя. Нельзя не отметить приборную панель акцента. Она получилась яркой и современной, вся необходимая информация легко читается. На заднем диване комфортно могут расположиться двое и даже трое пассажиров среднего роста. Как показывает практика, путешествия на дальние расстояния никому не будут в тягость. Hyundai Accent достаточно вместителен и отправиться на рыбалку или в небольшое путешествие по любимым местам всегда пожалуйста. Представленный для теста экземпляр был оснащен по максимуму. Топовая комплектация имеет двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 123 лошади и множество опций внутри автомобиля. Шестиступенчатый автомат отлично подходит для езды по городским переплетениям, а вот на трассе его все-таки не хватает. Коробка работает с задержками, а мощности двигателя не хватает для стремительного разгона. Александр отметил, что не для динамичной езды создан автомобиль, а для размеренной, спокойной и комфортной поездки. Нет вопросов у народных пилотов и к настройкам подвески. Самое главное – крены небольшие, зубодробительности тоже нет. Единственное – на тесте не опробовали парковку возле бордюров, дабы удостовериться в достаточности клиренса. Но, судя по предшественнику, высоты в 160 мм вполне достаточно для городских условий. А большего и не нужно. Не стоит недооценивать компактный и юркий Hyundai Accent на гравийке, где он показал неплохие результаты. Как не хотелось Александру изрядно пошалить, современные системы стабилизации и контроля устойчивости акцента не дали этого сделать. По итогам теста Игорю и Александру обновленный Hyundai Accent показался привлекательным и современным. Главная задача – не ошибиться в выборе цвета. Если по жизни шагаете легко и непринужденно, ваш выбор – белый цвет или витамин С. А если участвуете в насыщенной и деловой жизни – однозначно черный.